там не было. Просто не знала, что делать с собой целый день. Я просто включила камеру и сказала: «Всем привет, меня зовут Эвелина, давайте будем дружить в интернете». Хельга спрашивает: «Какая твоя девичья фамилия?» «Моя девичья фамилия Карташова». «В какой школе ты училась в Молдове?» «Я училась в лицее Петру Радиш в Кишиневе». «Петру Радиш репрезент». Да, вот обычная школа, ну как бы у нас...